пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Что у вас случилось? Я не знаю. Ага, хорошо. Ваши данные сейчас. Это беременность подошла. Подождите, пожалуйста, сейчас беременность. Я же ее пришла. Ну, по нашему приказу, 450-м, у нас беременные детьми проходят вне очереди. Вам надо будет ждать? Ну, минут 5-10. Пока вы ее примете? Да, меня обязательно, да. Заходите, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Ой, у меня живот болит. Какая боль? Немножко вниз стены, да? Выделение будет? Сколько у вас недель? Нет, 27 недель. 27 недель. Да, но были. Какого цвета? Более белого, что ли, да? Прозрачный. Нет, я не крови. Хорошо, боль уже какой период уже держится? Вообще с утра, думала, с утра, как я встала, дискомфорт был, да. Потом на работу сходила, думала, что пройдет. Ну, тут такое вот. Семья, да, просто усилилась, да. Хорошо, нам надо будет срочно прийти. Пойдем. Это мне или как? Себе. Нет, я сейчас вечером приду, да. А куда мы пойдем? Вот, мы сейчас, пожалуйста, Лиде, заходите. Мы сейчас подарили, да. 27 недель, у меня тянущие боли. Здравствуйте. Располагайтесь, пожалуйста. Меня зовут Мальдапара Пекуна, я буду вашим лечащим врачом. Можете представиться мне? Меня зовут Назгули Сентаевна. Сколько вам лет? Мне 23. Какие у вас жалобы сейчас? Вообще жалуюсь, что у меня живот болит, вниз немножко тянет. С каких пор это началось? Вот с утра началось. С утра дискомфорт некий был, потом на работу пошла. Думала, все перестанет. Нет, наоборот, боль усилилась. Были ли выделения, кровянистые выделения? Ну, кровянистых не было особо. Это как немножко молочного, что ли, цвета. Еще как бывает, как слизь, что ли, выходит. Ну, кровянистых не было. Понятно. По счету какая беременность? Первая. Так, давайте вас мы сейчас возьмем анализы для проведения. Ничего не бойтесь, для проведения. Что ли, хотим узнать, все ли у вас там нормально. Что за анализы? Зачем? Проверить мазок. Все, нет ли у нас воды, не рано ли отошли у нас? Ну, я говорила так в приемном покое, то, что бывает такое, что обильное выделение бывает. Я думала, это воды, что ли. Это они вам передали, да? Да, конечно. Ага. Все, мы взяли анализы. Через пару дней придут результаты. Мы вам сообщим, все ли у вас хорошо. Хорошо, не переживайте, сама. Спасибо огромное. Спасибо. Папа, заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ваши данные. Иду. Все, можете прийти вот по зеленой линии. И подождать. Да, врача подождать. Только освободите пачку проповеди. Алло. Это кардиобригада. У нас тяжелый пациент, 56 года, без сознания. У него инфаркт миокарда с подъемом СТ и давление 60/40. Кардиогенный шок. Все хорошо, ждем. Хорошо. Добрый день, коллеги. Везут с кардиогенным шоком, ОКС с подъемом СТ, давление 60/40. Хорошо. Ждайте. Раз, два, три. Нашли мужчину 56 лет, без сознания. Сделали ЭКГ. На ЭКГ было показано поднятие сегмента СТ, инфаркт миокарда у него. Потом сделали ему мозг. Измерили давление, разряд. Давление 60/40. Всем отойти, разряд. Штар, кардиомониторинг. Фибрилляция желудочков продолжается. Штар, непрямой массаж сердца, салат, адреналин. 1 минут. Слезы осторожно. Адреналин 1 минут. 30. Самат кардиомонтаж.
фибрилляция желудка. Сама 300 джоулей разряд. Всем отойти. Всем отойти. Разряд. Самат кардиомониторинг. Фибрилляция желудка. Самат непрямая масса сердца. Шнар. Аминтерон. Аминтерон. Аминтерон Вилаш. 30. Шнар кардиомониторинг. Фибрилляция желудочков. Шнар 360 джоулей разряд. Всем отойти. Отойти. Разряд. Шнар кардиомониторинг. Синусовый ритм. Реанимация успешно завершена. Шнар ЭКГ 12 отделениях. Сама тропоген тест. Все, переводим больного в реанимацию. Расходите, пожалуйста. Что у вас случилось? Ой, не знаю, не двигается. Температура, цыпа, все. Свидетельство о рождении, восстановление, что у вас? Узнаете, у вас только фотографии на телефоне. Сколько температуры держится в ней? А? Сколько дней температуры держится? Ой, два дня уже держится температура. Не знаю, что с ней делать. Девушка, сыпь, когда ты делаешь? Сыпь два дня. Сыпь два дня. Ага, пройдемте по желтой линии. Сейчас как только врач освободится с красной линии, первым делом нас обслужит. Вот вам градусник. Да, положите. Температуру сейчас проверим. Если в случае чего, вызывайте меня. Хорошо? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваша врач-педиатр. Что случилось? Знаете, у ребенка температура два дня держится. Тошнота, рвота, понос. Не может ни встать, ни лечь. Сколько, температура сколько дней уже? Два дня по 39 градусов. Вот медсестра давала градусник, мы только что здесь мерили 40 градусов. Ага. Приподними это ребеночка. Хорошо, горлышко посмотри. Рвота сколько раз была? Рвота два раза. Угу. Поближе можешь зайти, садиться? Понос был? Был понос. Сколько раз? Два раза. Цвет какой? Зеленый. Угу. Можно я как первый живот, да? Угу. Осторожно. Ага. Какого цвета? Зеленый. Сколько раз было? Два раза. Хорошо. Так, давайте сейчас анализы все. Пожалуйста. Что у вас случилось? Ногу вывернул. А может, ему очень больно? До сновидения кто у вас есть? Да, ничего нету. Потом подойдем. Данные. Евтимон. Ему очень больно, пожалуйста, помогите. Фамилия. Резавека. Ага, хорошо. Сейчас, когда вы принесли? Вы когда упали? Вот футбол играл. Только что, да? Да. Садитесь. Везите по желтой линии. Осторожно, осторожно. Везите по желтой линии. Сейчас, как только врач сразу линии освободится. Здравствуйте. Здравствуйте. На каком языке вам говорить легче? Казахском? Русском? Казахском? Казахском? Мен өзім Тасырдин, мен травматологпын. Сіздің емделіктер беріңіз, аты Нұрболы. Сіз қандай шағымдармен келдіңіз? Аяғым шығып кетті ғой. Қай аяғыңыз? Оған не болды? Футбол ойнап жүрмін. Ауырып тұр ма? Жата алып тұр ма? Ақырындап жатыңыз. Майкыңызға ақылдап, абайлап. Осы аяғыңызға е? Бұғаласы ба? Жазаласы ба? Жарайды, жарайды, жарайды. Ақырын-ақырын. Қазір ашып көрейік. Қазір ашып көрем. Иә. Тәп, 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 тәп. Ауыра ма? Жақсы. Ауыра ма? Иә, аяңыз сынған екен. Так, біз сізді қазір неме жасаймыз? Ана буыныңыз шығып кеткен. Аяғыңыз шығып кетті. Соған бізге неме, қазір гемартроз болып кеткен. Ішіндегі сұйықтықты алу қажет. Сол үшін сізді операционный блок апарамыз. Медсестра! Науқасты немеге апарамыз? Обер блок апарамыз.